Начинаем. Приветствуем всех, кто с нами, снова на нашей политкухне, площадке свободного выражения, свободных мнений, позиций, всего самого свободного в самом свободном выражении. Сегодняшняя наша тема – кому нужен гражданский конгресс? Тема возникла не случайно. Совсем недавно партия коммунистов объявила о необходимости возобновления гражданского конгресса, хотя, на мой взгляд, не знаю, как поддержат меня коллеги или нет, на мой взгляд, эта тема так до сих пор осталась неясной для большинства, наверное, граждан нашей страны. Что такое конгресс, зачем он нужен и к чему он может, собственно, привести. Гости сегодняшней нашей политкухни – журналист Наталья Лузун, и Виктор Баршевич, здравствуйте. И Виктор Баршевич, посол, ученый, общественный деятель, человек с массой ипостаси. Гражданский конгресс. Так или иначе, каждый из нас имеет к этому отношение, каждый из нас имеет свою точку зрения на то, что это такое. Но прежде всего, прежде чем приступить к ответу на вопрос, мне бы хотелось порассуждать на такую вот тему. У меня сложилось ощущение, что когда только возникла в 2011 году эта идея о гражданском конгрессе, наверное, большинство, если кто интересовался этим вопросом, большинство подумало, что это очередная акция партии коммунистов, призванная для того, чтобы как-то активизировать электорат. Это с одной стороны. С другой стороны, такая форма марша. Социального марша, как он там назывался еще до сих пор, форма акции протеста. Такое у меня было впечатление, во всяком случае. Я думаю, что это впечатление в какой-то мере разделяли и другие сограждане наши. Вот как вы считаете, что было тогда, как это воспринималось тогда? Потому что тогда не совсем ясно было, что, собственно, задумывалось. Мы придем к тому, что задумывалось, но как вы воспринимали тогда вот эту идею? Начнем, наверное, с вас, Наташа. Ну, я помню свой первый комментарий, который я написала, услышав выступление председателя партии коммунистов Воронина, когда он выступил с идеей гражданского конгресса. Естественно, скептически невозможно было не воспринимать этот тогда абсолютно новый для нашей страны опыт. И вот вся годовая история первого конгресса, по-видимому, то, что вот сейчас снова провозглашается, у нас, скорее всего, уже будет реанимация, да, конгресс номер два, то, что было тогда, она и подтвердила отсутствие опыта подобных акций, но, в принципе, идея звучала достаточно дерзко. И основной с моей точки зрения недоработки инициаторов конгресса было, наверное, отсутствие правильной медиатизации того, что идея-то это больше, чем одна партия. Самое примечательное, что как раз по мере того, как становился и развивался конгресс, время от времени появлялись идеи объединения левых партий или внепарламентских партий, или разных общественных движений. То есть, так или иначе, идея подобного рода была в воздухе.
Но то, что именно гражданский конгресс является воплощением вот этой идеи, этого ощущения не появилось, наверное, вот у нас, у журналистов, скажем так, в то время. Все-таки мы достаточно долгое время, да, пожалуй, до последней акции конгресса, воспринимали это как идею партии коммунистов, которая попыталась объединить другие протестные движения и организации в борьбе с тем перманентным нарушением законодательных норм, которое происходило у нас до 16 марта, пока, собственно говоря, этот конгресс развивался. Но, тем не менее, этот опыт, скорее всего, он был востребован. Он был востребован хотя бы потому, что мы видели 16 марта. Потому что, по большому счету, та организованная масса людей, достаточно большая организованная масса людей, которая была, появилась на площади, и я помню, какое количество журналистов из различных стран, какое количество обозревателей, экспертов, комментаторов пришло туда не потому, что они были приглашены, а потому что само это явление вызывало интерес профессиональный и ожидались какие-то последствия этого. То есть эта идея была востребована. Может быть, попозже мы поговорим о том, почему не было последствий, да, того, вот, что происходило на протяжении полугода. Идея, она, может быть, была востребована, но как-то на подсознательном уровне, если говорить об обществе. Потому что, смотрите, какие периоды длинные. В июле Владимир Воронин объявляет об этой идее. Дальше уже аж осенью происходит мероприятие, собственно, протестное. 10 декабря состоялся в Кишиневе, уже состоялся, ну не знаю, как это назвать, съезд, наверное, да, вот, слет общий в рамках гражданского конгресса. То есть это несколько месяцев происходит. Я понимаю, что, может быть, это интересно было для специалистов, для политологов, социологов и так далее. Для общества, по-моему, это не очень было понятно с самого начала, что такое гражданский конгресс. Там... Они подумали, что это очередная какая-то сходка. Какой-то очередной марш, который устраивают коммунисты, и на этом все закончилось. Потому что, смотрите, следующее аж 16 марта, когда кое-кто избирал кое-кого. Был момент, да, вот отсутствие понимания, потому что тут тебе социальные марши, да, тут тебе гражданский конгресс, непонятно, что конкретно. Вот именно отсутствие внятной артикуляции, так сказать, конструкции, ее системы и ее составляющих частей. И, может быть, если бы говорила не только активная часть партии коммунистов, когда описывались те или иные акции гражданского конгресса, а, может быть, и другие представители других организаций. Но вот это вот, не знаю, может быть, вот господин Баршевич здесь меня поправит, но мне казалось в то время, что голос других организаций, которые я как объективный журналист, да, хотела услышать. Я этого не слышала. Мне хотелось слышать большего количества мнений и целей других организаций, которые туда вошли. Потому что, собственно говоря, нужно признавать, что при том негативном восприятии в обществе того, что происходит в последние три года, еще существует довольно высокий процент критической памяти и о правлении партии коммунистов. Другое дело, что сейчас это воспринимается таким образом, но эти уже поступают таким образом, что даже коммунисты такого не делали. Да, и уже как бы вот возникает момент, что из двух зол. Но по большому счету, ведь те организации, которые пришли к гражданскому конгрессу один, они это сделали почему-то. И вот если бы это артикулировалось внятнее, то, может быть, и цели, и последствия как бы такого широкого и очень эффективного движения. Эффективность его были бы ясны. Эффективность его, наверное, не была отработана до конца. Но я думаю, что все впереди. Господин Борисович, вы у самого истока этой идеи, наверное, находились. Наверное, лучше к вам дружески обращаться Виктор Иванович, чем господин Борисович. Это будет короче, наверное, да, и как-то более располагает к кухонной атмосфере. По Турченскому это крестьянину обращаться господин как-то. Можно господин посол, это еще будет короче. Но Виктор Иванович как-то душевнее звучит. Так все-таки по поводу того гражданского конгресса, который начался, идея, которая прозвучала в июле 2011 года. Ну,
Давайте теперь вот как бы мнение. Я не исключаю, что представители прессы, они универсалы. Они и социологи, и психологи, и это очень хорошо, потому что здравомыслящий взгляд, который, к чему, собственно, медийная среда и призвана, она должна отражать все аспекты общества. И поэтому я очень внимательно слушал то, что говорила Наташа. И ее мнение я очень ценю. Она на самом деле человек в нашей медийной среде весьма коррумпированной, весьма не очень независимой. Это 5 минут рекламы. Да, ну а как же? Ну, все, вынуждены терпеть. Мы живем во времена экономики брендов, правильно? Вот Наташа один из брендов нашей журналистики. Вот. Бренды — это не только фирмы, это и люди. Так вот, я очень внимательно слушал ее мнение, значит, ее высказывание, ее речевой текст, если так можно сказать. И я должен сказать, что да, во многом схвачено верно. А вот добавить, чтобы я смог, ну, первое, говоря словами Остапа Бендера, это была очень сильная и плодотворная дебютная идея. Угу. Вот. И то, что какие-то вот элементы несостоятельности, которые позже они себя дали знать, это ничуть не умаляет то, что, во-первых, посмотрите, что стояло в основе этой идеи – выборность. Это не просто собралась группа, что-то вроде гражданской инициативы, давайте, ребята, вот мы себя выберем и сами себя кооптируем. Значит, 7000 с чем-то человек было выбрано практически во всех районах страны. Я думаю, во всех. Я чуть не припомню, где бы этого не было. Значит, вот это активная часть населения, потом делегировала. И они пользовались авторитетом, причем именно людьми. Вот те, которые не замазаны в каких-то партийных склоках, коррупционных сделках и так далее. То есть те, кому люди доверяют, вот простой народ. Значит, и потом из вот этих 7 с чем-то тысяч активистов, да, по районам, где-то 400 с чем-то, там под 500 присутствовало в зале, вот где. Так получилось, что я там был модератором. Раз модератор, то надо отвечать за то, что ты там намодерировал. Так вот, что, вот какое у меня сложилось впечатление. Значит, во-первых, я чувствовал в зале энтузиазм. В зале. Я чувствовал за залом, то есть среди людей, с которыми я общался, чувство надежды. Вот. Если есть надежда и есть мечта, значит, нация – это нация, это народ. А если этой мечты и надежды нету, ну, я не хочу обзывать граждан, но это что-то вроде там… Сброд, извините, Виктор Васильевич, сброд, и вот подождите. Это было осенью 2011 года, да? Это в Бельцах когда было, да? Это было… Я, например, это самое, проходил по нашему Баюканскому району, там другие, значит, от других. И я хорошо помню эту обстановку. В зале споры были. То есть сказать, что это было, вот пришли коммунисты, там организовали всю эту публика по бумажкам. Может, и были попытки вот по бумажкам чего-то делать там. Что-то там, ну, лично я, вот все знают, я никогда по бумажке не говорю и никогда не говорю по чужой бумажке. Вот не дано мне, или с памятью плохо, или что, вот я так устроен. И сама атмосфера вот этого первого, почему я все время возвращаюсь к истокам? Потому что как корабль назовешь, так он и поплывет. Так вот, у меня создалось впечатление, что
вот этот встречный энтузиазм был очень сильным. Вот я там шел потом по базарчику, там люди простые в микрорайон не знают, и все, как там будет, что будет, Виктор Иванович. Может, удастся, так сказать, изменить вот этот ход событий. А вы помните, какой был ход событий? Значит, неизвестного нам Тимофтия избирали, я не помню, сколько, три раза, там, с третьей попытки, с какой там, с четвертой, батенька. Вот, избирали, и народ все не понимал, что творится в стране. И вот была надежда. Люди поверили, что можно победить, что будут досрочные выборы, что что-то изменится, переменится какие-то. Потому что уже на тот момент Альянс показал, что он изобрел такую хитрую систему юридических, скажем, манипулятивных процедур и технологий, все эти тузы из рукава, все какие-то удивительные ходы, фокусы. Особенно изумительная была эта штука придумана, когда вот те голоса тех, кто не прошли, раздается всем сестрям по серьгам. В принципе, это может быть так. Я прошел с 5%, а 20 за бортом. Всем по 5, у меня 10. Это как принцип социальной справедливости. Да, это удивительно изобретение. Но я не об этом говорю. Я говорю о том, что народ просто устал от всего этого вранья, от всех этих технологий и так далее. И теперь смотрите, что произошло. Когда ребята из рядов ПКРМ, перебежчики, да, как раз вовремя к этому четвертому голосованию перебежали. И именно благодаря этим ребятам, прошу запомнить, именно благодаря им произошло избрание этого президента. Якобы какие-то он им гарантии давал, что-то там такое случилось. Тест, конечно, протестированный президент. И тут случилось вот что. Хоть это было незаконно, неконституционно, ни в какие ворота не лезло, но тут давайте посмотрим. Евросоюз признает, Россия признает, США признают, другие страны сходу признают это избрание. И у людей наступило состояние надлома. Что такое надлома? То есть люди верили в победу, верили, что вот-вот это начнет приносить плоды, и тут облом. И вот это состояние, это психологически, с точки зрения социальной психологии, это когда люди перестают верить во что-то. Они перестают верить в закон, они перестают верить в государственность, они перестают верить в справедливость. Они вообще начинаются надлом. Чем опасен облом или надлом, как хотите, это надлом, если по психологической терминологии, он опасен состоянием, когда у людей опускаются руки, и эта энергия уходит в никуда. И люди начинают голосовать ногами, начинают уезжать, начинают уходить или во внутренний мир, в себя. То есть он не хочет где-то роиться, толпиться, ходить на площади, это уход в себя. И второе, начинает уезжать куда-то, где ему кажется, что лучше. Одно бегство внутреннее массовое, другое бегство внешнее массовое. И третье, куда-то. После этого, после надлома, надломленного человека трудно уже совершенно активизировать снова. И поэтому это сильнейшая дебютная идея, вот эта самоорганизация, принцип. Это же, посмотрите, какая-то интересная находка. Мы говорим, что Молдова отсталое государство, что мы не цивилизованные, мы на обочине. А ведь родилась очень интересная технология. Смотрите, помните Махатма Ганди, великий Махатма Ганди, по его пути пошел Мартин Лютер Кинг, потом по его пути пошла Южная Африка. Вот эти технологии сопротивления. Вот у нас была найдена очень интересная форма, вот этот самый гражданский конгресс. Я могу здесь вот добавить? Все-таки я думаю, что здесь речь не в надломе. Я думаю, что
Пройдись по базару и посмотри сейчас, на... Сейчас. Смотри, тарифами их задавили, так вот, ценами вот задолбали. О чем я и хочу сказать. Вот вы только что говорите. Бардак. Очень интересная форма сопротивления. Для меня было непонятно, почему только к, вот как раз примерно к 16 марта стало понятно и известно, да, что из огромной массы людей, которая объединилась вокруг гражданского конгресса, во в каждом комитете всего 40% были представители ПКРМ. По большому счету, большинство в гражданском конгрессе составляли люди разных других политических взглядов, ориентаций, интересов или просто люди, как бы, интересовавшиеся не политикой и так далее. Эта вещь как бы не прозвучала. В такой большой... И когда пришлось какие-то вещи, какие-то решения принимать на более, на ином уровне, чем, так сказать, площадь, вот здесь, во-первых, раз нужно было определиться, кто и как, наверное, да, я так полагаю, кто и как будет принимать какие-либо решения, была сделана ставка, все-таки последняя попытка, что называется, все-таки испытать эту страну на то, насколько она способна слышать хотя бы закон, если не подчиняться ему, да. Ведь по большому счету именно тогда появились обращения в Конституционный суд по поводу выборов президента, по поводу того же самого закрытия НИТ и так далее, и так далее. То есть действительно была сделана ставка, что называется, на возможности самого массового участника гражданского конгресса партии коммунистов. По большому счету, да и такой огромный корабль, для того, чтобы его как-то повернуть, тоже, наверное, необходимо было время. И еще, давайте подумаем, конгресс появился после местных выборов. Вы вспомните, какова была ситуация после местных выборов, когда по всей стране, непонятно, опять-таки мини-альянсы, и тогда же тоже очень интересный момент появился, да, когда люди на местах отказались действовать по схеме организации альянсов. Начали иные коалиции складываться, потом эти коалиции попытались как-то переформатировать иначе. И это уже, это длилось примерно до конца 2011 года, который по сравнению с 2012 был еще более, не менее. В 2012 году начали проявляться различные экономические последствия деятельности альянса. И по большому счету для того, чтобы, что называется, и объективные, и субъективные предпосылки к тому, чтобы продолжать деятельность ГК эффективно, не были просчитаны при его достаточно оперативном, скажем так, создании, да, ведь с колес его создавали, да, и на марше, как тогда говорили представители партии коммунистов, собственно говоря, и формировали тактику. И по большому счету, может быть, я полагаю, может быть, и нужен был, это очень жестоко, наверное, со стороны, ну, вот, объективного хода истории, когда действительно должно возмущение должно перехлестывать за пределы. Но по большому счету мы в этом году, в 2012-м, потеряли 60 тысяч граждан, которые уехали за пределы. Если брать в математическом развитии, с 2001 или 2 люди начали уезжать, да, 2012 год не стал всплеском трудовой миграции. Это обычное течение, обычная динамика, обычная, стандартная совершенно. Другое дело, что, наверное, порог боли, оказывается, он не занижается. Оказывается, нету порога боли. Оно больно и больно. И сейчас, по большому счету, наверное, может к этой идее возвращаться и обдумывать всерьез, как ее можно реорганизовывать и все-таки эффективно воплощать в жизнь, уже с тем, чтобы результат был достигнут. Вот смотрите, я не знаю, задумывались ли так с самого начала или нет, но возможно так задумывалось, что гражданский конгресс, он должен существовать как самоорганизующаяся, не знаю, структура формирования, самоорганизующаяся. То есть партия коммунистов, она выступила инициатором идеи, да, она вот, ребята, вот что нам может помочь в этой ситуации. Это гражданский конгресс, это управление обществом, процессов, тех процессов, которые происходят в стране. То есть не партия коммунистов главная должна быть, а общество. И вот та часть общества, которая организуется в гражданский конгресс, она должна сама вырабатывать свои механизмы влияния на власть, на структуры власти. А такое есть, Виктор Иванович, внутри ГК? Нет, в том-то и дело. Я думаю, что это одна из причин, почему это заглохло тогда.
Это раз. Два, я думаю, что не совсем правильно было бы говорить гражданский конгресс 1, гражданский конгресс 2, 3. Мы, ну, это да не он никуда не исчезал, это идея посмертная. Вот, о чем я и говорю. Он существует сам по себе, как вот после того, как была высказана эта идея, как она была произнесена вслух. Гражданский конгресс, если появились люди, сторонники этой идеи, значит, все, этот гражданский конгресс уже должен существовать либо умереть. А плодиться и клонироваться в 1, 2, 3, наверное, он не может, потому что он либо существует и действует, либо не существует. Гражданский конгресс – это не альянс. Есть альянс 1, альянс 2, сейчас будет альянс 3, может попытаются альянс 4. Возможно, он тогда не дорос так, по каким-то причинам. Может быть, из-за того, что не был достигнут. Я объясню, почему он не клонируется. Потому что, смотрите, что такое клон? Клон – это как бы одно и то же на разные эти. Здесь мы имеем дело, вот в нашем случае, да, мы имеем дело с одной и той же идеей. С одной и той же идеей. Идея, которая идет от Махатмы Ганди, Мартина Лютера Кинга, из южноафриканских движений, из других движений. В чем она заключается? Если человека, государство или общество начинает мучать, да, он имеет право сопротивляться. Причем сопротивляться он может, не обязательно взяв булыжник в руки и начать погромы, пожоги и так далее. Сопротивление начинается изнутри. Вот когда человек... Декларация прав человека ООН, кстати. Да, и между прочим, там и сказано, что в принципе, да, вы посмотрите декларацию там, независимости США, философию этой декларации, народ имеет право на сопротивление и имеет право свергнуть узурпатора или тирана, или кого угодно. Это еще из Древней Греции идет, из идеи республиканской. Поэтому, значит, была найдена форма, которая не предполагала насильных действий, а она предполагала действия в рамках Конституции, более того, в рамках защиты этой же самой Конституции от всех этих фокусов и от всех этих манипулятивных схем. Поэтому это не клон. Вот другое дело, что если бы Конгресс изначально был как некая организация, в классическом ее понимании, зарегистрирован Минюст, там счета в банке, функционеры, начальники и так далее. Такие организации, они довольно устойчивы. Они или гибнут навсегда, или они продолжают с большим-меньшим успехом развиваться. Конгресс, обратите внимание, вы правильно сказали, это именно форма, новая, совершенно невиданная форма самоорганизации общества. Да? Вот по представительскому принципу, вот со всех районов, отовсюду, тьма народа участвовала в его создании. И вот смотрите, вот то, что тут нет начальников, в Конгрессе начальников нету. Это все знают, это вот такая организация. Именно отсутствие вот этой иерархизированной, военизированной системы, как в обычных партиях, да, партия это некоторое воинство, войско организованное и так далее, привело к тому, что при вот этом ударе, при вот этом предательстве вот эти части той же ПКРМ, голосование, избрание президента со всеми незаконными и так далее, люди потеряли веру, они потеряли веру в успех. И вот смотрите, здесь вот этот момент, надо что учитывать? Что общество, оно имеет инерцию. Да, было отчаяние, вот да, было неверие, да, был облом, да, уход в себя, да, уход куда-то. Но сейчас, обратите внимание, душа человеческая, вот кто Либона читал, вот психология толп, психология масс, она как устроена? Значит, казалось бы, штиль, тишь, гладь, Божья благодать для правителей. Никто не бузит, никто не верит в наши суды, никто не верит в справедливость, ни в конституционные, ни в обычные исковые, там все, ни во что. Ни в справедливость чиновников, ни в кого. Да? Вот творят, что хотят. Но смотрите, что интересно. Как только вот это состояние
проходит, ну не знаю, где-нибудь зависимо еще от массы общества, от событий, начинается накопление опять недовольства. То есть разрядка произошла, опустошение прошло, человек начинает оживать. И вот посмотрите, царская охота, вот. Казалось бы, господи, да какие-то пьяные мужики, ну, кого-то... Не-не-не-не, ну, знаете, что вы мне скажете? Сам факт не в этом дело. Смотрите, с дуру, с пьяну у нас не первый раз в заповедниках ранят, стреляют не только животных, но и людей. Вопрос заключался в другом. Значит, как это стало вдруг... достоянием гласности. О чем все? О том, что это случилось, и когда случилось, знали с самого начала. Вся тройка, четверка, как их назовите, все знали. Это говорит о чем? Что Филат мучился где-то недели две, пустить этот козырь против Плохотнюка в ход, или не пустить его, да? Тут нашелся Сережа Макану, там он все-таки Филат решился, кто-то его там еще поддержал, мужик он нерешительный, и тут началось, и тут общество стало узнавать удивительные вещи о том, что творится в стране, да? Вот этот флер, эта любовь к альянсу, стала у кого она была, или у кого была толерантна, стала сходить. Теперь далее последовал мощный ответ Плохотнюка. Вот эта антикоррупционная команда наконец показала, на что она способна. Мы наконец услышали все эти переговоры, все вот эти дела. И вот тут-то никогда там царская охота, а вот именно при ответном общество окончательно пришло в себя. Оно увидело, что творится. Вернее, оно знало, что творится, но человечек так устроен, пока на экране телевидение не увидит, и с соседями это не обсудит, массового феномена осознания. И должно быть концентрировано, события должны происходить вот так. Либо он говорил, масса это великое дело, и вот когда в этой массе начинается роение, улей проснулся, пчелы зашевелились. И вот тут все эти идеи, казалось бы, похороненные национального конгресса, гражданского сопротивления, гражданского и самоорганизации, они стали оживать. Конечно, поэтому это не попытка реанимировать, что сидели коммунисты, говорят, ну что, ребята, мы ложанулись как бы, а ну давайте, чтобы кто-то именно так и думал, кто-то именно так до сих пор считает, что коммунисты это вот придумывают. Они увидели, что народ стал меняться внутри, меняться в лице, меняться в своем ощущении жизни и в настроении. И тогда все поняли, движение было вместе. Говорят, ребята, а почему мы такую хорошую идею не дадим ей еще одну попытку, и даже не попытку, а эту идею толчок снова не толкнуть? Вот что произошло. Да потому нет. Что если бы господа или товарищи коммунисты захотели просто, а давай мы этот конгресс, никто бы не пришел 3 месяца тому назад. Я вас уверяю, никто бы не собрался, никто не пришел. Но когда она болела, когда вот это движение пошло, коммунисты уловили это движение, как любая партия улавливает вот такие. Ну да, они тут же появляется гражданская инициатива, левых да. партий. Особенно я как-то выразился, что меня убедило лично, что не зря мы тогда вот это начинали, не зря декабрь был, и январь, и все, и февраль, и так далее. Это мое присутствие, меня пригласили пару раз на вот конференцию гражданской инициативы Джоли Алон. Я пришел туда, я такой человек пытливый, попытался, это что, какая-то версия идеи гражданского конгресса? Мне так показалось, потому что эти ребята тоже уловили эти вибрации и попытались это настроение. Думаю, это клон. Вот гражданская инициатива, это, фронт на мой взгляд, спасения, это да. Вот это, если вы о клонах, так вот, они клоны. Но вопрос, насколько эти клоны удачны? Они вас услышат, они эти клоны вас услышат, и потом вот вы прочтете на известном ресурсе. Мил друг, что они вас думают? Я выступил. Вы их лузерами обозвали? Я публично, я все, что делаю, я делаю публично.
Вот жалко, вас не было там вот на этом, люди слышали. Я задал и задавал три вопроса. Вопрос первый, который, я их по порядку, так сказать, важности. Какое гражданское общество вы представляете? Если это гражданское общество проплаченных девочек и мальчиков, дядечек и тетечек Конгрессом США, или еврочиновниками, или евразийскими чиновниками, это один разговор. А если это гражданское общество, это те люди, которых я вижу каждый день, задавленные ценами, тарифами, несправедливостью, убогостью, судами, судопроизводством, здравоохранением, этим образованием и так далее, тогда это другой разговор. Я как-то не почувствовал ясного ответа на второй вопрос, который меня интересовал. Наша задача преодолеть политический кризис. Ишь ты, это в стране-то, где разрушены гражданские основательно институты, они в глубоком кризисе, и политические институты. А это разные вещи. Кризис политический в стиле а-ля Италии, в итальянском, что какие-то партии что-то не договорились, ну давай снова перевыборы и так далее. Это системный кризис. И вопрос, о каком можно говорить преодолении кризиса в таких условиях, это совсем другие вещи. И, наконец, третье. Я уж тут, я публично это сказал, просто не по одному из каналов, которые я освещал, это история, кто такое. Это я сказал. Говорю, ребята, я такой же лузер, как и вы, я ничего не лучше вас. Но мне непонятно, как масса лузеров, неудачников от политики и так далее, вдруг родятся в какое-то путное политическое или гражданское движение. Вот это для меня большая загадка. И увидев эти клоны, или варианты этих клонов, я понял, надо возрождать Конгресс. Надо приходить к исходной идее, но более грамотно, более умно, с учетом всех этих вещей. И поэтому мы потом поговорим, может, о задачах Конгресса. Да. Я далее. Думаю, что они тоже прочувствовали все преимущества от того, чтобы запустить в общество эту идею. Вы знаете, меня более всего удивило и убедило в необходимости это, когда я как раз увидел эти клоны, типа гражданской инициативы и прочее. Я понял, как не надо делать, но понял, что делать надо. И время наступило. У нас есть 30 секунд на паузу. Мы можем сейчас, если режиссер нам позволит, отдохнуть 30 секунд. Дальше мы продолжим во второй части нашу беседу. Да. Я просто хотел мысль закончить. Угу. Мы обязательно закончим все наши мысли. Если не закончим все, то вернемся, чтобы сделать это в следующий раз. Продолжаем нашу тему. Тут, походу, к нам поступает не то чтобы очень много, но кое-какие замечания по скайпу есть. Я не буду читать все, потому что не люблю читать глупости, но хочу прочесть. В основном про коммунистов. Коммунисты теряют постоянно доверие людей из-за того, что не доводят начатое до конца. Дальше я читать не буду. Вот сама вся эта идея присутствует в обществе. В коммунисты что-то начинают, идеи не доводят, бросают, проходит несколько месяцев, дальше в том-то и дело, все да. это начинает раскручиваться. Это надо признать, это реальность. Элементарно можно вспомнить 2002 год, я жила просто в центре, мне приходилось постоянно ходить мимо палаты, которую разбросал Юрий Рожко, когда он боролся против обязательного введения изучения русского языка в школах. Да? Они сидели там 2 месяца, пока не получили то, чего они добивались, невзирая ни на что. Вот. На отсутствие туалетов, холода и так далее, и так далее. В принципе, до сих пор у широкого обывателя и у многих людей, не только у людей, может быть, попроще, да, но и посложнее, да, есть вопрос, почему
тогда же 16 марта, да, потому что, ладно, если возьмем тот день как пик, как воплощение пика, да, нарушение Конституции, эти люди ушли. Либо должны были начаться эстафета, вот это вот палаточный городок, помните, что тогда это было, это муссировалось в обществе, этого не появилось. Как бы вот здесь придется объяснять людям, что сейчас будут, если даже мы становимся, если гражданский конгресс возвращается, и если он все-таки становится на защиту общественного интереса, то он должен сесть на эту площадь и там сидеть. Либо так или иначе добиваться эффекта. Если еще раз не проститься, забудется, что не сделали. Такова психология, опять-таки, общество прощает, особенно наше молдавское общество. Но по большому счету сейчас, если опять-таки сесть и добиваться наказания тех, кто скрывал преступление, кто скрывал происшедшее на царской охоте, если сейчас взять и все-таки начать добиваться того, чтобы были наказаны коррупционные судьи, о которых постоянно сообщает Центр независимой журналистики, которые, ведь они пишут, они оглашают возмутительные факты, а потом эти судьи пишут какие-то непонятные объяснительные и восстанавливаются на работе. Такие вещи должны действительно доводиться до конца. И по большому счету невозможно добиваться эффекта, какого-либо политического эффекта в стране, в которой невозможно привести в суд коррумпированного чиновника. И здесь действительно к партии коммунистов, как оппозиционной партии, есть масса претензий. Почему? Почему все это нужно вешать на партию коммунистов? Партия коммунистов, слава богу, высказала эту идею вслух. Ну, такова логика политической борьбы, во всяком случае. Партия коммунистов, слава богу, организует людей на тех же площадях, будем говорить. Хорошо организует, высказывает. Люди даже там обмениваются, они понимают, что они не сами в этой стране существуют, те, кто возмущается. Очень хорошо, что общество вот настолько возмутилось, вот сильно в связи с этой охотой дурацкой, которая произошла, и возмутилось из-за полного пренебрежения, которое демонстрирует власть людям. Вот тут эта идея партии коммунистов о гражданском конгрессе, она должна была выстрелить вот на 100%. Может быть, она еще и выстрелит, потому что она сейчас возобновляется, активизируется. Когда общество должно обладать каким-то инструментом, который должен влиять на эту власть вне политических партий. То есть партия коммунистов — это партия коммунистов, у нее свои задачи есть по большому счету. Общество должно как прививку себе сделать от того, чтобы в стране не происходило того бардака, извините всегда за слово, на самом деле нужно понимать, что мы происходит. Существуем в Молдавии, мы не существуем в единородной, что ли, среде. Ну, я помню, как Виталия Павличенко говорила, что это совершенно глупость, что наше общество цельное в своем стремлении, там, в каких-то своих идеях. Теперь она это признает, да, что мы раздроблены. И в таких сложных условиях, конечно же, должен быть какой-то, если не центр, то пример. Пусть, да. Нет, не согласен, центр, то конечно. Пример хорошо. Постоянной, да. Перманентной, целенаправленной борьбы. Не спорадические нервные взбрыки, как это происходит у социал-демократической партии или у других партий, а постоянное. Этого ждут люди, ждут постоянного вот этого тук-тук-тук-тук в сторону власти. Возглавлял комиссию по Подуре Думняска депутат от ПКРМ. Он должен постоянно приходить в парламент со списком людей, которые были названы как участники этой охоты, как люди, участвовавшие в сокрытии преступлений. Вспомним, это происходит периодически в парламенте. Он должен ходить, клеить себе на спину, не знаю, на бок с плакатом. Это должно быть постоянно. По большому счету, как раз вот проблема с разочарованием состоит как раз в том, что начинаем и не закончим. Вот эта штука, ее нужно признать. Она у нас существует. Здесь, конечно же, вопрос еще может быть с совершенной разделенностью СМИ, которые оказались разделенными тоже по политическим нишам. По этим нишам. Это проблема, об этом нужно думать. Голос общества все равно не пробился, как говорили мы с коллегами после охоты, что это молчание просто стало громче, оно продолжает молчать. Но недаром я вспомнила про местные выборы, потому что вы бываете в регионах, да, там люди настолько в силу своей бедности,
вынуждены цепляться за каких-то людей с возможностями, а тот ближе к одной партии, к другой, третьей, они не имеют возможности высказать свое возмущение и включиться в какую-то борьбу. И здесь, конечно, должен быть лидер. Хочешь, не хочешь, кто-то должен встать первым. Это опять-таки, может быть, кому-то неприятно слышать и ассоциации с прошлым, но мы слишком долго жили в условиях, в которых всегда вставал кто-то первый и заводил, включал процессы, которые есть в других людях. К сожалению, всегда кто-то должен взять на себя ответственность первого слова. И вывод, что это партия коммунистов. Вот к этому мы как бы пришли. Вот ну, сейчас, во всяком случае, она... накопив определенный багаж, так сказать, просчетов, может выступить в качестве партнера для очень многих движений. Потому что, насколько можно наблюдать по тому, критическая масса возникла даже внутри либеральной партии. Притом яростные сторонники либеральной партии критикуют своих лидеров и своих депутатов и этот альянс. То есть сейчас конъюнктура крайне благоприятно. Но сейчас, если они себя спозиционируют как партнеры, партнеры с тем, что они будут брать на себя полную ответственность за те инструменты, которыми они владеют, будучи парламентской партией, и будут их до конца использовать, они получат большее доверие. Партнеры кого с кем? Партнеры той части гражданского общества, которые не представляют какие-либо политические партии. Да. Почему уточнил? Потому что вы слышали всю эту идею о том, что, дескать, меморандум или договор между гражданским конгрессом и партией коммунистов должен включать в себя не только партию коммунистов, а еще какие-то другие политические формирования. Не знаю, как вам, сейчас вы это скажете, на мой взгляд, это чушь абсолютная, потому что политические формирования другие никакого отношения не имеют к самой этой идее. Эта идея была предложена партией коммунистов. Что касается гражданского общества, то тут уже совсем другая. Я ни о каком меморандуме, таком ни секретном, ни открытом не слышал ничего. На обсуждении возобновления деятельности гражданского конгресса звучала эта идея. Предложение о том, чтобы других партий тоже привлечь, другие партии привлечь и с ними, дескать, тоже заключить. По-моему, абсолютная чушь. Не знаю, как ваше мнение на этот счет? Я думаю, что... Партии к этому делу не имеют отношения, имеют отношение граждане. Да, я сейчас вам скажу. Как раз, если по совести говорить, вот как раз эти все партии и партийки, и все так надоели людям, что в каких-то меморандумах с какими-то партиями, даже с ПКРМ, ни о каких меморандумах речи быть не может. Если какие-то партии, если какие-то члены этих партий хотят участвовать в работе Конгресса, да, как граждане, могут подсобить. Именно как граждане, как гражданская сила, да? Вот, вот это ради Бога. А если говорить о меморандуме, то это гражданский конгресс, это и есть одна из форм вот этого меморандума. Это и есть меморандум. Только не писанный, что сторона такая-то и сторона другая. Это является выражением некой единой воли. Поэтому я не вижу... С какой стати гражданский конгресс, вот это мы же говорили, что сама политические институты, наша политическая система дошла до ручки. Вот это уже кошмар и мараз. И мы с этой структурой, извращенной, вывернутой, продажной и так далее, мы меморандумы еще с ними какие-то. Здесь... Только через людей, только через здесь граждан. Здесь есть сразу несколько вещей. Я думала об этом, потому что здесь есть причем, сразу... Причем, если какие-то партии желают подключиться к этому делу, они согласны с тем, что дальше так нельзя, поддержат, вот как коммунисты, может, еще какие-то партии или, допустим, движения и особенно их члены. Вот это другой разговор, извини, Наташа. Я вообще знаю, как партия, это ерунда полная. Уже какой-то партия, союз партий. Я говорю, ну еще раз, как это с партией? Насколько мы боремся с этой системой,
партийные вот, прогнившие, все это вот, и мы с ними должны о чем-то договариваться. Все-таки дадим, Наташа, свое. Я просто думаю, что вообще никакого документа не должно появляться на том этапе, пока конечно, мы движемся к той цели, которая объединяет нас вне зависимости от того, кто каждый из нас в отдельности хочет от будущей власти получить, какая бы она там ни была. Да? Потому что любое формализирование, угу, бюрократизированное, да, этого процесса снижает его значение. С одной стороны, но с другой стороны, вот эта идея с меморандумом, она тоже знак того, что нет доверия к партии коммунистам. И как-то хочется людям гарантировать, во-первых, раз с одной стороны написать, нет, мы не имеем, это мы не с партией коммунистов, мы просто здесь боремся против правонарушения тотального, которое происходит вот в стране. Вот эта бумажка что-то может изменить. А с другой стороны, нет, мы здесь просто говорит. Рядом, мы рядом идем в атаку, да. Так или иначе, это говорит, может, ну, все люди имеют право на слабость. Другое дело, что есть времена, когда не нужно думать, может быть, о вот таком мелком меркантильном интересе. Угу. Да? Он, безусловно, есть у всех, но есть время, когда нельзя продавать какие-то вещи, просто не продаются и нет основы для договора. Потому что раз я считаю, убеждена, что никогда не нужно возлагать надежды на власть, я моя единственная профессия – журналист, и она меня научила тому, что любая власть, когда она, любая сила, когда она становится властью, она обретает черты сатрапа и она забывает о том, иронична. Что она вышла из народа. Власть иронична. Конечно, да, конечно. И считать, что следующая власть будет идеальной, это наивно. Это наивно и совершенно не соответствует тому, что из себя представляет жизнь. Утопичного общества не бывает. И здесь пустые иллюзии, это раз. Во-вторых, нужно понимать, что если мы живем в государстве и хотим построить государство для людей, мы должны в первую очередь опираться на законы. Сегодняшние законы позволяют нам свергнуть или изменить существующую особенно власть. Особенно практика их применения и неприменения. Вот это страшно. Законы еще мы скопировали у кого-то, да? Еще туда-сюда. Вы посмотрите, практика. Позвонил по телефону, вот тебе весь закон. Вот здесь теперь вопрос о том, что они молодцы. Они придумали комиссию по неподкупности. Что-то там они еще такое придумали. В принципе, почему бы эти инструменты не сохранить предыдущие и власти? Этой комиссии все двух-трехэтажных. Ну, это отдельный анекдот, как чтобы они долго ее... Верится. Отдельный анекдот. Но, тем не менее, появился еще один механизм, который вполне чтобы можно сохранить. Лапшу... Наверное, какая-то существует негласная структура, которая специально придумывает вот эти вот названия комиссии. Фантики. Ну, в конце концов, как там... Переименовали в антикоррупционный центр, появилась комиссия по неподкупности. С какой-то, говорят, с какой-то овцы, с паршивой овцы хоть шерсти клок, да? Хоть возьмем вот эти комиссии, но вот у нас как бы вот в прежних властей не хватало, да? Вот теперь здесь так много европейских советников, что ну уж хоть название и структуры могли бы вот подсказывать, и то спасибо, да, что называется. Это надо сохранить, и, конечно же, если есть возможность создать инструменты гражданского контроля за властью в дальнейшем, вот тут нужно думать, тут нужно собирать, может быть, лучшие умы юристов, адвокатов, специалистов в области конституционного права и развития общества, чтобы создавать такой инструмент. Если это получится, смотрите, это надо... какой интересный парадокс получается сейчас, извините, да. Виктор Иванович. Партия коммунистов, у которой очень большие шансы стать следующей властью в этой стране, сама себя создает вот ту щуку, которая нужна, чтобы карась не дремал. Уже приди партия коммунистов к власти, и вот при нынешнем механизме управления страной пользовалась бы себе не глядя и сидела бы на печи, как тот Эмиля, и в ус не дула бы себе. Создает сама себе этот гражданский конгресс, и если он действительно будет таким, каким его сейчас видят в перспективе, то есть это законодательная инициатива, это право вето, это право решать те или иные вопросы, которые записаны у нас в Конституции, не просто так, то есть это ООО какая структура была бы, если все получится. Партия коммунистов сама себе создает вот...
этот геморрой. Пусть меня простят наши зрители. Ту самую кнопку, да. С одной стороны, многие скажут, и где-то тут справедливость есть в том, что по-другому бороться с нынешней властью без общества невозможно. Сейчас уже никакие политические силы, другие формы не помогают. Тут нужно общество, включение в общество. Это мы все делаем. Да, с другой стороны, самому обществу грех не воспользоваться такой замечательной, по-моему, возможностью, чтобы вот действительно создать и способствовать работе вот этого гражданского конгресса. Потому что это противоядие против любой власти, против любой тирании. Против любого тоталитаризма, если это будет действовать. Потому что бороться с гражданским конгрессом в этом случае можно будет только военной силой, а это уже из другой области. Я все-таки хотел вот, как бы, вот эту тему, которую Наташа затронула, и тема очень интересная. Это тема, вот, как бы выразиться, чтобы не прибегать сильно научным таким выражениям, но, наверное, все-таки придется. Есть вот такой термин «captured state», то есть захваченное государство, и «chronic capitalism», то есть кумовской, как бы перевести капитализм. Смотрите, что у нас произошло в стране. Потому что бороться с кем? С каким феноменом? Здесь не просто как, там пару продажных судей или пару продажных политиков и так далее. Здесь речь идет вот о чем. Вопреки всем разговорам о том, что мы как задворки Европы, что мы какие-то нецивилизованные, это не так. В малых странах, да, кстати, у нас образованного населения на душу перкапита, ой-ой-ой, сколько, у нас очень много умных, образованных людей, понимающих, да и вообще у нас народ, грех жаловаться, да? Вот, даже пройдите по базару, торгуют бывшие инженеры, бывшие бухгалтеры. Есть с кем поговорить. Есть с кем поговорить. Вы не зря по базару. Честно, а где? Не в супермаркет. Не в парламент же идти. Не в супермаркет. И не в супермаркеты, правильно? С людьми общаешься. Они с тобой общаются. Может, ты рад бы пройти мимо, прошмыгнуть, как мышь, так спрашивают. Так вот, что я хочу сказать. Вопреки вот всем этим мнениям, что вот мы такие отсталые, зачмоненные и так далее, это не так. У нас все процессы, как в любой маленькой структуре, я имею в виду в стране, идут намного быстрее, интенсивнее, чем в Украине, в России, чем даже в Румынии. Вот этих что у нас происходит? У нас происходит акселерация. Люди очень быстро умнеют. Но и наши структуры, вот те, кто творит беззаконие и создают совершенно новые технологии узурпации власти, совершенно новые технологии превышения власти, злоупотребления. Это технологии, это системы. Это не то, что какой-то кум у нас хотят показать. Эй, кум куму позвонил, это, мол, разборочки. Произошло нечто другое. Вот этот вирус, штамм, оккультуренный штамм, политического олигархизма был занесен к нам в Молдову после развала Советского Союза. Но он куда попал? Он попал на местные архаические бациллы, в том числе и куматризма, нонашизма. Вирус проник в эти бациллы, мутировал и породил таких монстров, такие чудеса, что эти дядечки, вот и Фьюли, и другой посол США, они смотрят, мать и вся эта венецианская комиссия, они говорят, ребята, так мы не совсем то планировали. Так вот я еще раз говорю, вот на нашей этой почве, которую мы считаем архаической, допотопной, патриархальной, с огромной скоростью идут процессы синтеза неких новых мутантов, монстров, вот этого вот политического олигархизма. Все-таки вы добрый человек. И поэтому общество должно иметь вот этих умных голов, пусть они там в бутиках торгуют, социологи чем-то. Эти люди жаждут разобраться, как работает эта механика, из чего она состоит, где у нее слабые точки, как эту гидру, какие против нее противоядия, какие против нее, тут буквально на уровне генной инженерии социальной происходит вопрос. Поэтому Наташа права. Кроме протестных, кроме защитных и так далее,
нужно еще и исследовать это явление. И вы обратили внимание, коллективный мозг. Сколько раз он сказал, что да. правы вы, да. мне он ни разу такого не сказал. Я прошу прощения, наша интересная беседа даже кого-то сподвигла на звонок по скайпу. Прошу вас, мы вас слушаем очень внимательно, задавайте свой вопрос. Добрый вечер, можно говорить? Да, конечно, говорите, мы слушаем вас. У меня такой вопрос. Телефон, штаб-квартира у ГК есть? Как-то связаться можно? Куда можно приходить? Как-то участвовать можно в процессе? И как это сделать? Какие-то контакты? Участвовать в передаче? Нет, в ГК. Нет, в процессе формирования Казанского конгресса. А вы знаете, мы ведь не агенты ГК, мы сейчас просто обсуждаем эту тему, поэтому я толком не знаю. Ну, если у вас есть... Он еще не созывался, у него да в среду, координатор нет. В среду. Если у вас есть какой-нибудь знакомый коммунист, к нему обратитесь. Вот Виктор Иванович говорит... Да нет, вот я хочу сказать, что вот принято решение собраться в среду. Вот. Время будет уточнено. И вот я думаю, что наш ведущий, он может вам больше сказать, он более информирован, чем я, когда и где. Вот конкретно и точно. Но в среду, нет, ну подождите, в среду будет точно. А где-то собираются, насколько понимаю, вопрос о том, вот если до среды, если вот хоть завтра прийти, куда можно, если, где, с кем, где, как найти? Где раньше? Ну, я не знаю, это надо встретиться с вот этими ребятами, которые оставались тогда... и что-то планировали. Хорошо, да, мы тогда возьмем... Еще вопрос есть. Давайте. Значит, недавно я прочитал, есть такая организация, она пропагандирует присоединение к Таможенному союзу. По-моему, выбор Молдовы, что-то такое. Да, подобное. Да, есть такая организация. Мне интересно ваше мнение, и сможет ли эта организация конкурировать с ГК? Эта организация... Я могу ответить? Да, конечно, да. конечно. Мне самому интересно. Я просто как раз только сегодня узнавала, это такой же вопрос задавала. Эта организация уже объединяет 30 тысяч человек. Я с большим уважением отношусь к людям, которые за столь короткий срок руководителям этой организации, будучи бизнесменами, кстати, соорганизовали такую большую силу, и вот эта организация войдет в гражданский конгресс. Так или иначе, она будет участвовать в акциях гражданского конгресса. Она конкурировать с ними не будет. Там очень рациональные, разумные люди, которые остались уязвлены, наверное, да, тем, что попытка провести референдум за присоединение к Таможенному союзу, она не получила продолжения в части возмущения по поводу отказа ЦИК зарегистрировать эти подписи. Были все основания для того, чтобы судиться с ЦИК, но эта идея не была... Но это бессмысленно у нас, по идее. Но это надо было делать. Согласитесь, есть, да, что это надо было делать. Насколько я понимаю, если пошла команда сверху, то все, ты это уже не пришибешь. Но судиться было можно и нужно. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. Кстати, если говорить о таможенном союзе и в эту же копилку про европейскую интеграцию, смотрите, что происходит, интересная какая вещь. Пришли к власти три партии, объединились под какой-то общей крышей, под общим, я не знаю, брендом это можно назвать или нет, и почему-то решили, что вся страна должна двигаться именно в этом направлении. При этом вот идея таможенного... Что-что? В ЕС? В ЕС, в смысле, да, должна двигаться. Не спросясь ни у кого. Они же не задавали вопрос народу, да, чтобы выяснить, кто действительно хочет в этот Европейский Союз, кто не хочет. Они же и дискредитировали, по большому счету, эту идею. И попутно еще и дискредитировали. Помните, чуть ли не 62-3 что меня возмущает? ЕС, а сейчас меньше половины. Меня возмущает не то, что мы движемся вот в том направлении. Меня возмущает, что кучка этих граждан, которые пришли к власти тоже непонятно. Вы знаете, слово «гражданин» как-то к ним не очень клеится. Я не хочу... Я очень серьезно говорю. Неприличные слова в Конгрессе таким делать нечего. Вот с такими антигражданами Конгресса борется. Хорошо, так вот возмущает, что эти индивидуумы, они решают за всех остальных, куда именно должна двигаться Молдова. Не ровен час мы еще и в НАТО вступим, не ровен час...
мы сотрем границу с западной стороны. По оценкам экспертов. И все это будет делаться от нашего лица, не спрашивая нашего мнения. Почему, кстати говоря, вот этот гражданский конгресс, если он действительно, и мне бы очень хотелось, я буду прилагать усилия свои к тому, чтобы это случилось, почему этот гражданский конгресс должен действовать? И именно он должен решать, и как наиболее представительная сила должен определять вот курс движения страны. Курс может меняться, тут ничего страшного нет. Важно, чтобы это большинство граждан решало. Ну или, по крайней мере, близко к большинству. Здесь очень такой интересный момент. До сих пор, по статистическим данным, к нам из-за границы о трудовых мигрантах в евро приходит всего 36% переводов. Остальные деньги приходят в рублях и долларах. Да, то есть они проходят. Конечно. То есть никакой европейской интеграции не произошло у нас ни на низовом уровне, ни на верхнем, учитывая, каков провал. Потому что европейская интеграция, когда вспомним большую декларацию европейской интеграции, подписанную в 2005 году, а этот процесс крайне был необходим для стран постсоветского периода, которые, вступив в новое совершенно международное правовое и экономическое пространство, не владела терминами, риторикой, методами. Это все нужно было гармонизировать. Процесс евроинтеграции был необходим жизненно для новых бизнесменов, новых политиков, новых социологов, новых студентов, литераторов, поэтов и всего остального, потому что существовала система отношений деловых, гуманитарных, всяких, которые нужно было изучить. Процесс евроинтеграции происходит и в России, и во всех странах от Белоруссии до Китая. Вопрос не в том, что у нас с 2009 года евроинтеграция стала разменной картой, стала политическим лозунгом и превратилась в обман, потому что они начали говорить о евроинтеграции как о вступлении страны в ЕС, что невозможно априори. Ложное ожидание разделило общество еще больше. Ловушка евроинтеграции для ее инициаторов – это, наверное, тема другой беседы. Но вопрос состоит в том, что они сами спровоцировали проблему, которую сейчас нам приходится решать на международном плане очень тяжело. Это создание зоны свободной торговли с Евросоюзом. Потому что сейчас евроинтеграция превратится в то, что наша экономика будет заложена, станет заложником амбиций политиков. Да, вот это самое страшное. Я снесу. Вопрос даже не в том, куда мы и как мы хотим, потому что по большому счету условий нет. Ни для вступления в таможенный союз пока, ни для вступления в ЕС. Нету. Это надо признавать. А вопрос в том, что из ничего мы получим огромную проблему с вот этой объединенной экономикой и с массой турецких товаров в нашей стране. Да. Вот это, я считаю, огромная проблема, которую нужно разъяснять всем как можно больше. А вы заметили, что аргументы как раз против евроинтеграции, они больше с левой стороны, чем со стороны партии власти и вообще со стороны власти. Они никак не аргументируют необходимость вступления в Европейский Союз. И никак не парируют правые? Аргументы, да. И никак нет, не правые кричат, аргументы. Что мы будем безвизово ездить. Вот давайте посмеемся, как мы будем безвизово ездить. Радость дураков. Да, теперь они уже говорят, что мы будем безвизово ездить после того, как разрешится Приднестровский конфликт. А теперь, у нас... как дипломат, давайте я... Я как услышал как слово «Китай», я сразу напрягся. Профессионал, как работал в Китае, Воллинс, Ноллинс изучил. Смотрите, что происходит. Значит, вот... Это часть правобережья Молдовы. Она сейчас находится в фокусе нескольких очень могучих геополитических сил. Нравится, не нравится, это так. Есть понятие геоэкономика, есть геополитика и так далее. И это все присутствует. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Альянс за европейскую интеграцию. Бекет. То есть кто стоит за его спиной? Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Да? Значит, скажите, пожалуйста, эти ребята, которые инвестировали в победу этого альянса, во все эти вещи и заморочки, они дадут этому альянсу вот так расползтись за здорово, живешь, не разобравшись? Нет. Дальше. Сами вот эти партии альянсов, они что, ненормальные, отползти от кормушки вот так только из-за того, что они договорятся, синяки пересчитают, все посчитают, и все вернется на круги своя.
Так вот, смотрите, насколько усложняется проблема гражданского. У нас противником, автоматом становятся вот эти международные структуры. Понимаете, в чем дело? А с другой стороны, евразийские структуры, на поддержку которых люди рассчитывают, мы с ними связаны исторически, родственные связи. Даже если вот говорят часто там оккупационный режим, оккупанты, да эти оккупанты понастроили тут столько заводов, фабрик, всего создали инфраструктуру, что создается такое впечатление, что это за такие странные оккупанты. Вот. Ну это ж шутки, в каждой шутке есть доля шутки. Так вот смотрите, вся эта масса связей. Вот Наташа говорила, 2/3 денег гастарбайтеров откуда идут? С востока, а не с запада. Вот, мы не очень видим поддержку этих структур. Вот когда говоришь с россиянскими политиками, просто в шоке. Вот дипломат с дипломатами. Они говорят, а вот ваши ГИМПы, ваши то. Так, ребята, эти наши ГИМПы, они работают на Запад. А вы работаете с теми силами, с теми представителями, которые имеют тяготение к восточному вектору. Не только к западному, но и к восточному. Вот работайте с ними. Понимаете? Это получается так. Значит, ГИМПу что-то брякнул, какую-то очередную несусветицу, Дума обидела, щеки надула, и давай наказывать, а мы вам то, а вы это. У вас есть внешняя политика, ребята евразийцы, или мы ее не дождемся никогда, внятная, путная. Мы ничего не имеем против ни Евросоюза, ни против США, ни тем более против евразийского. Нам очень бы хотелось, чтобы игра шла по правилам, и чтобы все заинтересованные стороны вели себя достойно, адекватно, в том числе и в очень важных моментах в геополитическом. Потому что мы ничего тут не сделаем, если против нас будут такие силы, и эти силы не будут взаимно уравновешены. Вот спасибо за внимание. С удовольствием вас слушали. Так интересно получается, что только разогреваемся, мы уходим в следующую передачу даже и не только по времени, а еще и по темам. Мы как-то захватываем сразу темы, которые можно обсуждать в следующих передачах. Но концовка такая, что гражданский конгресс не должен превратиться, ГК не должен превратиться в ГКЧП. Это не гражданский консьерт, да. По чрезвычайным положениям. Это должна быть устойчивая структура. Она получила по морде пару раз, мы видели. Она из пепла, как ничего феникс. Страшного не будет, даже она еще как получили. Феникс из пепла как бы возродилась. И она должна приобретать все более. Должны быть комиссии, должны быть структуры. Вот позвонил нам человек и говорит, и ребята, мы даже место сказать, а где место? Вопрос изумительный этого телезрителя. Это, да. Куда прийти? Да, куда прийти? А вы скажите, а мы это, вот в среду после дождичка в четверг. А мы все теории. Да, то есть я еще раз, нет, за нами масса народу, 7 тысяч, вот только верхушка конгресса, около 500 из них сливы. Но вот но как надо происходит? Организоваться должна быть четкая. А как контакт происходит? Организация. Есть в комитетах есть руководители. Это вообще как-то работает? Как это вообще работает? Наташа, это должно, эта работа должна восстановиться, восстановиться. И на это у нас считанные дни. Тем более, что вот в среду надо собираться и как раз эти вопросы решать. Вот. И Конгресс должен заявить о себе как некая сила, у которого уже есть традиция, пусть год с чем-то, которая даже и недостатки, и вот эти все обломы должны быть учтены. И вот эта новая сила должна иметь все связи с обществом. Она должна изучать общество, должна изучать все эти злоупотребления, все эти структуры, все эти феномены, противодействовать, бороться с ними. И выходить даже на международный уровень, потому что мы говорили, за нами, против нас играют не только эти мальчики из Альянса. Мы сейчас готовы ответить на вопрос, который в заголовке у нас, кому нужен гражданский конгресс? А ну, Наташа, скажи. С моей точки зрения, гражданский конгресс нужен Молдове, потому что через 20 лет существования независимой демократической страны,
не побоюсь этих слов. Угу. Да, у нас нету ни гражданского общества, ни, ни самоосознания людей, живущих в стране как нации, как общества, как силы, способные влиять на решение. А после того, как на последних выборах люди голосовали уже за дешевые пакеты с продовольствием, мы стоим на грани гражданского дефолта, можно так сказать. Да. И это огромная проблема. И по большому счету, даже если, пусть это будет этот гражданский конгресс, другая самоорганизующаяся система сопротивления, она будет проваливаться, должна появляться другая идея, и все-таки она должна достигнуть результата. Да. И первая же победа подобной структуры, не то чтобы окрылит, но вот она даст вот как раз ту самую надежду, которой сегодня в стране нет. Надежду на то, что жизнь может быть лучше. Да, потому что сейчас россияне могут говорить о том, что они встают с колен. Так или иначе, могут прикрыться финансовыми или экономическими системами украинцы или казахи, или азербайджанцы, когда они говорят, у нас, да, может быть, есть какие-то богатые люди во власти, но вот то-то, 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 то-то. Мы не можем выгонять Сорос, фонд Сороса, как это делает Азербайджан, идти на какие-то жесткие переговоры с организациями, которые пытаются оказывать на нас давление, как с МВФ или еще с кем-то. Именно потому, что у нас нет ощущения силы как общества, как граждан, как государства. Это огромная проблема. И поэтому нам можно рассказывать, какая у нас история, какие у нас языки и все что угодно. Поэтому, конечно, гражданский конгресс нужен Молдове. Этой стране, во всяком случае. Он нужен нам. Мы должны гордиться своей страной, мы должны иметь чувство собственного достоинства. И самое главное, что мы должны знать, что у нас есть достоинство, у нас есть семьи, у нас есть близкие, их надо защищать. И защищать вот против этого мутанта, вот этого я говорил, политического олигархизма, местного нашего, уникального такого по эффективности и так далее, люди могут только одним способом – почувствовать, что они граждане, почувствовать, что у них есть надежда. И самое главное, чтобы у них была мечта. 3 копейки тому гражданскому обществу, 3 копейки той нации, у которой нет мечты. Помните это знаменитое «I have a dream»? И у меня есть такая мечта. Я хочу, чтобы мы стали с колен, я хочу, чтобы мы научились уважать самих себя. Знаете, я подумал, извините, может быть, опять не очень, хотя нет, оптимистично. Не будь всех этих 3 с лишним лет правления Альянса, может быть, вот в таком виде, в каком сейчас начинает активизироваться гражданское общество, я сейчас не о гражданском, а общество, как вот... Да, как о цельном. Наверное, это не совсем было бы, потому что, как в стихах, тиранов создают рабы, а не рабов тираны. Не знаю, оптимистично ли это прозвучало, но вот те тираны, которые сейчас у власти, не создают из нашего общества не рабов. Ну что, как в организме появляется, вот я говорил, этот новый вирус, появляются эти антитела, тут же иммунная система общества начинает вырабатывать новые средства противодействия. Вот и все. И чем эти средства эффективнее, чем первые успехи хотя бы начинаются, организм начинает крепнуть и начинает выздоравливать. По-другому не получается. Нужны маленькие для начала небольшие, но победы. Вот это самое главное, потому что и тогда появится ведь надежда. Недовольные, да, я скажем, критическая масса и оппозиция есть в любой стране, и в США, и в Германии, и в Великобритании. Мы наблюдали недавно совершенно, да, волну протестов в Европе. Все существует там также, но там все равно существует хоть на каком-то уровне, да, не опускающемся ниже допустимого. Там иммунная система общества выработана, да, против их вирусов. Мы только люди могут сохранять достоинство при всех проблемах власти, которые там существуют. Совершенно недавно в пабе сидели с подружкой, кстати, обсуждали совершенно нейтральные темы моды. Да, и вот завязалась с 2 англичанами у нас беседа, и они долго ругали английскую политику, обзывали ее булшетами, там всякими разными другими нехорошими словами. Вот, это нормально. Они не уважают там политику, совершенно не уважают. Но вместе с тем это не мешает политическому классу
вернее, не позволяет политическому классу выходить за те пределы, где общественное мнение их не достанет. Их все равно общественное мнение вернет в те рамки, в которых они могут существовать. У нас политический класс волен делать все, что угодно. Это, наверное, ситуация, которая может... Как мы можем воспитывать детей в стране, когда мы не можем объяснить нашим детям, почему происходят определенные вещи? Это страшно на самом деле, это путь в никуда. Кто-то может быть согласен с этим жить, кто-то может забрать свою семью и уехать куда-нибудь в пригород Германии или Рима. Но ведь можно же так не поступать, можно не убежать с места, где тебе дороги даже камни, по которым ты ходишь. И нужно понимать, что есть люди разные, и каждый человек достоин все-таки жить в системе, где он может чувствовать себя человеком прежде всего. Я поражаюсь тому, как могут наши люди, которые приходят во власть, исключать присутствие человека в стране. Они могут их называть как угодно, перекупать, оболванивать какой-то пропагандой, которую нам пытается Михаил Федорович спускать с трибун парламента. Но этому нужно сопротивляться. И я вот согласна с Виктором Ивановичем по поводу того, что даже очень маленькая победа, конечно же, даст совершенно другое самоощущение. Одна, вторая, третья, и пойдет. Надежда начинается с маленьких успехов. Да. Эти победы нам не стоит ждать, надо их самим творить. Надеюсь, с нами кто-то еще остался к концу нашей передачи. Надеюсь также, что мы ответили на вопрос, кому нужен гражданский конгресс. Очень хотелось бы, чтобы сторонников гражданского конгресса нужен гражданам Молдовы, потому что достоинство свое сохранить в одиночку очень трудно. Уверен, что сторонников именно такой точки зрения, какую высказал сейчас Виктор Иванович, много и еще прибавится со временем. Всего вам хорошего, спасибо, что вы были с нами. До следующей связи.